Доброго времени суток всем любителям компьютерных игр. Мы продолжаем прохождение Assassin's Creed. В прошлой серии мы избавлялись от браконьеров во владениях Девонпорт. Вот. В этой серии предлагаю тоже немного освоиться в этом владении. Допустим, пойти вот сюда вот. Интерактивной беседе посмотреть, кто это там. Когда мы играли за Хейтема, мы беседовали с Бенджамином Франклином, а оказался очень даже умный мужик, выдающаяся личность, хороший знаток женщин, к моему удивлению. Почему к удивлению? Потому что Бенджамин не отличался красотой. Так. Как нам туда перебраться? Вброд пойдешь, лошадка? Да давай, чё ты? Смотри-ка, не хочешь ты? Ну тогда, лошадка, я, пожалуй, тебя оставлю. Пойду без тебя здесь. А, он там был мостик, кстати. Ну да ладно, черт с ним. Если надо будет, мы ее позовем. Блин, течение здесь тоже крутое. Так, ты здесь залезешь же? Залезешь. Ты, блин, и без мыла в задницу залезешь, по-моему. Так, лесопилы. Или лесорубы, корректнее сказать. О, девчушки. Что интересно, девчушки нам скажут. Должно быть, Коннор. Наконец-то мы встретились. Меня зовут Кэтрин, а это Диана. Мы жены тех дуралеев, что валят деревья. Рады встрече. Мы так много слышали про вас от парней. Приятно наконец-то увидеть вас. Это взаимно. Мы как раз обсуждали, где же тут все-таки земля получше. На реке, выше по течению никого. Не буду лгать, письмо Готфри заставило меня волноваться. Но теперь мы обжились, и я весьма счастлива здесь. Мы жили на севере озера Шамплейн, сплошь колючки да камни. Ужасное место. Так славно тут. Поднимешься на холм и увидишь океан. Мужья загружают вас работой? Ничего, мы справляемся, Коннор. Они верят, что командуют в доме, но настоящие хозяйки тут мы. Не сомневаюсь. В особняке появился новый трофей. Ну и все, что ли? Как-то мне этот диалог ничего не дал. Давайте посмотрим, что у нас еще есть на карте. А, блин. В особняке новый трофей. Это дорога на фронтир. А, вот что мне интересно. Задание одноногого. Я бы с удовольствием взял бы вот эту безделушку одноногого, но, черт возьми, она как-то высоко, и туда мне не добраться. Так, ну давайте пойдем тогда к заданию одноногого. Посмотрим, что там интересного. Пойдем, я думаю, пешком. Ну, смотрите, куда они уже петляли. Тёлочки. Они в грязи плавают, что ли? Они работают, бабоньки. На хлеб зарабатывают. Так, эта дорога ведет, видимо, к особняку. А если мы пройдем через особняк, будет хорошо.
Потому что там какой-то трофей нам обещали. Быстренько заглянем в особнячок. Так, где же наш трофей? Может, в этой шкатулке? Нет. Ага, вот Аня, вот эта игра. Давайте посмотрим быстренько на втором этаже. В этой комнате не были мы? Так, эту книгу не хочу я. Возможно, на втором этаже какой-то трофей. Здесь вообще все пусто. Эти эполеты, но мы их видели. Себе комнаты проверим еще. Так, это что такое? Скотч? По-моему, эта игра называется Скотч. А, вот, смотрите, что можно осмотреть. Трофей Годзидзио. Вы получили трофей в памяти Годзидзио. Это он и есть? Он просто лежит или его можно одеть? Смотри, графики. Какое оружие. Так, а здесь что за книженцы? А, это просто документация. Ну, я могу через меню просто туда зайти. А это что за бумаги? Бостонская бойня. Бойня Кингстрит. Это мы читали, по-моему. Погибшие, да-да, это мы читали. Мы читали, получается, из газет. А это что за такой молодой человек? Я бы предположил, что это Ахиллес. Так, Ахиллес у нас темнокожий вроде. Ты какой-то непонятный чел. Ты какой-то индейец. Ладненько, поскакали. Так, отсюда, по-моему, можно выйти. Нет. С другой комнаты. Не отсюда, вот отсюда. И поскачем по деревьям сразу. Ну, правда, что-то я в другую сторону скачу. Тогда пойдем пешком. О, люблю я здешний обрывчик. Где он был? Нет, не здесь. Вот здесь. А, вот здесь вот. Поплывем к нашей аквиле, да? Смотрите, какой корабль обалденный. И он наш, что самое интересное. Давайте в этом, в этой серии с одноногим поговорим. Хотя, может быть, одноногий нам удаст как раз задание какое-нибудь морское. Он же все-таки морской волк, старый морской волк. И мы отправимся на Аквиле.
куда-нибудь поплаваем, потому что плавать мне, блин, в этой игре очень понравилось. Так, ребятки работают, молодцы. А, кстати, вот по поводу этого. Наводиться можно же, да, на людей? Если долго держишь шеф, то какая-то информация должна быть. Неверная цель, неверная цель. Или... А ну-ка ты. Ты во что играешь? В шахматы? А, в шашки? Смотри-ка, давайте я в шашки, я не играл здесь в шашки. Шашки профи. Шашки — одна из старейших игр, известных человечеству. Игра ведется на доске, разделенном на черные и белые поля. У каждого игрока по 12 плоских цилиндрических фигур. Цель игры в том, чтобы снять с доски фигуры противника, перепрыгивая через них своими. Простая своей основой игра — это на самом деле очень сложная. Понимание чего приходит лишь с опытом. Цель игры — снять с доски все фигуры противника и лишить его возможности сделать ход. Правило, шашки могут двигаться только по черным полям и только по диагонали. Шашка считается взятой, если противник может перепрыгнуть ее своей шашкой. Если взятие фигур возможно, сразу после взятия предыдущей игрок может снять с доски несколько вражеских фишек, пока не исчезнет такая возможность. Шашки могут ходить только вперед. Достигнув последнего противоположного ряда, шашка становится дамкой. Дамка может ходить как вперед, так и назад. Ну, рубить назад можно же, по-моему. Ой, чё-то я вышел. Давайте сыграем. Хотите ходить первым? А, нет, не хочу. Ставка пусть будет 10. Не принципиально. Так, сразу ставим тактическую. Так, ставим эту сюда. Какой хитрый, да? Так, эту ставим. Да, сюда. Ладненько. Если мы эту поставим, а он у нас рубанет, да? Если мы эту сюда уберем, у нас рубанет и останется здесь. Но мы его рубанем так. Он у нас так. Нет, ничего не даст, короче. Поэтому ставим вот эту сюда. Так, ну у меня как бы ходов не остается уже. Почти. Вот это еще можно сходить сюда. А у него еще есть. Угу. Ну и выводим эту сюда. И он уже вынужден нам что-нибудь отдать. Хотя нет, еще один ход у него есть. Даже два. Вот он один ход. И потом у него вот этот еще ход есть в запасе, а у меня уже нету. Поэтому нам надо делать какие-то действия. А именно. А именно. Блин. Даже не знаю. Это если сходишь вперед, он возьмет эту и прыгнет сюда. Это если схожу вперед, он просто прыгнет сюда. Я его рублю, а у меня нет. Давайте сходим это сюда. Руби. Шашка противника выходит из игры. Если ваша шашка перескочила через нее, можно и обязательно делать несколько шагов за ход, если они доступны. Да, рубим. Так, теперь он опять рубит мою. Я опять рублю его. Назад нельзя рубить? Назад рубить нельзя.
Сделал тот самый ход он. Так, ну, пойдем вот так вот. Все правильно. Тогда мы пойдем. Итак. Смотри-ка, много у него в запасе ходов еще. Вот я не помню вообще, да, в шашках. Рубится же назад, по-моему. Или я путаю с какой-то игрой другой. Ах ты какой хитрец. Какой хитрец, да? Так. Сейчас он рубанет сюда, если я не поставлю. Если я поставлю, он рубанет сюда. И потом рубанет сюда тоже. Да не маши ты своей культей, я понимаю, что я сделал глупость. Тогда пойдем вот так. А, блин, я опять тупанул, черт возьми. Сейчас я срублю так его. Он рубанет моих две. И станет почти в данках. И здесь у меня подсруб идет. И здесь он сейчас данку возьмет. Блин, сплошная жопа. Ну, чтоб он данкой не был. Сделаем вот так. Вообще в шашки давно не играл. Уже все позабыл. Всю тактику, всю стратегию. Да, бери две. И все равно он сейчас пойдет в дамки. Так. Куда мне можно пойти-то? Сюда пойдем. Тень какая, смотри. Что, корабль отходит, что ли? Вы охренели, что ли? Мой корабль. Так, пройдем здесь. Пойдем, сейчас уберет. О, дамка. Попался. Ну да, с дамкой. Достигнув дальней линии, шашка становится дамкой. Дамки перемещаются по диагонали в любом направлении. Это да. Теперь любой ход ее у меня срубит. Смотри-ка, везде засада. Ну, пойдем вот это вот. Руби. Эх, жизнь моя жестянка, руби. Руби, что делать? Дамкой. Почему не срубил? Интересный человек. Так, вот сейчас мы проверим как раз теорию, то, что рубит ли он назад или нет. Нет. Или он не захотел рубить. Или не рубить. Делать нечего, приходится отдавать. Забирай. А это моя что, в тупике так и останется? Да, вот уж чего не ждал. Да совсем не ждал, не говори.
Ой, ё-моё. Караван, смотрите, какой-то мой разграбил. Вам не удалось говорить защитить караван. Так, это что у нас? Бостон? Не, Бостон надо, по идее. Так, ну мы намыливались вообще-то вот к этому челу. Одноногий. Кэм, я обязан такой честью, Кэп. Вы говорили о письмах. Что в них? О, теперь вам интересно. Это письма Кида. Капитан зарыл свои сокровища и послал письма четверым друзьям. В каждом по странному кусочку кожи. Найдешь их, найдешь и сокровища. Все очень просто. Могу я взглянуть? Хе-хе. Ты, может, и капитан, но умом не блещешь. Готов меняться. Найдешь мне кое-какие побрякушки, получишь письмо. Я сам сокровища коплю. Побрякушки? Какие? Где? Подумай, капитан. Мало ли чего можно найти на фронтире. Так, Уильям Кит. Год рождения 1645. Капитан Уильям Кит, шотландский пират. Хаппер и герой множества пиратских легенд. Мало что известно о Киде до конца 17 века, даже его дата рождения только приблизительная. Можно с достаточной уверенностью говорить, что он из Шотландии, но на этом все. У каждого пирата должно быть загадочное прошлое. Кит впервые появляется в исторических хрониках в 1689 году, когда становится капитаном. Он был капером Британии в Вест-Индии до того, как отправился в Нью-Йорк, где прожил несколько лет. В 1695 году Киду дали каперский патент и разрешили нападать на корабли в Индийском океане. И он направился на Мадагаскар, который тогда был настоящим раем для пиратов. Затем Кит нарушил условия договора и стал нападать на корабли в Красном море. Никто не знает почему, но я думаю, это из-за того, что он пират. Они все чокнутые. Когда Кит вернулся в Вест-Индию в 1699 году, то узнал, что на него идет охота. Он продал свой корабль, Quebec Merchant, на Гаити и отправился к побережью на новом корабле. Кит знал, что его могут поймать, и решил припасти кое-что для выкупа свободы, так что на своем пути начал прятать сокровища. Думал, что позже сможет выдать их расположение, чтобы спасти свою шкуру. Кида в итоге поймали, когда он вернулся домой в Нью-Йорк. Он попытался откупиться от ареста, но у него не вышло. Его повесили за пиратство в 1701 году. Нехорошо получилось. Что касается сокровищ Кида, то известно, что часть он зарыл на острове Гардинер, недалеко от побережья Лонг-Айленда, в Нью-Йорке. И после смерти Кида его в итоге нашли. Никто не знает, что еще он спрятал, даже сейчас многие гадают, сколько и где он успел закопать. Интересно. Сокровища — это всегда интересно. Так, что нам делать-то? Найдите ледяного побрякушки. Ну, я нашел, да. У меня их много было, по крайней мере. Эту побрякушку я, блин, не хочу, честно сказать. Как до нее добраться, понятия не имею. Так, ну, вернитесь, поговорите с одноногим, чтобы обменять побрякушки. Ну, есть у меня побрякушки. Я не успел уйти, как уже их нашел. Нашел что-нибудь? Ха, недурно ты потрудился. На письмо уж всяко заработал. Держи, капитан. Поручение одноногого моряка. Новый пункт назначения отмечен на морской карте. Ой, пардон, не то нажал. Так, на морской карте, да? Фильтры показываются на карте. Разделы. Нет. Все иконки. Задания. Лавки. Предметы для сбора. Ну, вообще-то все иконки, да.
Это надо выйти в море, что ли, чтобы... Я не понял. Так, письмо. Письмо везунчику Лему. Везунчик Лем, я пишу тебе это послание из Северной Атлантики, с борта нашего шлюпа. Королевские ублюдки следуют за мной по пятам. Надеюсь, что награда путешественника находится в безопасности, но я хочу передать ее в самые надежные руки, твои. Я всегда доверял тебе как одному из моих самых верных и преданных людей. Именно поэтому я отправляю тебе этот свиток. Ни в коем случае не открывай его, от этого зависит моя жизнь. Всегда носи его с собой, не отдавай его ни единой душе, ни за какие деньги. Знай, что когда я найду тебя, я выплачу тебе вдвое больше любой предложенной цены. Не знаю, когда эти парни от меня встанут, но им меня не достать. Мой свиток наверняка будут разыскивать, не верь никому. Прислушайся к моим предупреждениям. Капитан Уильям Кит. А, ладушки вы мне покажите, пожалуйста. Найдите побрякушки одну ногу, 6 из 6. Покажите мне, пожалуйста, на карте все-таки эти сокровища или что там. На мини-карте что у нас обозначено? Это что такое? Это инструменты? Ребят, вы что, спите на посту? Так, ну и 6 побрякушек у меня тоже есть. Давайте опять поговорим с одноногим. Еще есть? Есть. Давай-ка поглядим. Славные находочки. Хвалю. Заработал еще одно письмо. Я вернусь за остальными. Вот ты хитрожопый, да какой? Смотри, по одному письму. Исследуйте остров Сундук Мертвеца Дэйд Чес. Найдите бывшего моряка. Найдите для одного побрякушки. 14 теперь. 7 есть. Так... Письмо Эйблу Оуэнсу. Эйблу Оуэнсу, с тех пор, как мы в последний раз поднимали кружки за наше здоровье, многое изменилось. И похоже, что не скоро мы опять встретимся за столом. Поэтому я скрылся у побережья Массачусетса. Сомневаюсь, что этот остров носит хоть какое-то имя. Люди короля дышат мне в затылок, и я чувствую себя неуютно, когда они поблизости. Тот свиток, что ты найдешь Тот свиток, что ты найдешь в этой посылке, имеет огромное значение для меня. Для меня он важнее, чем походы за добычей и драгоценностями, сокрытыми по всему миру. Это должно остаться в секрете, поэтому я прошу тебя не открывать и не читать содержимое свертка. Всегда носи его с собой и защищай его ценой своей жизни до тех пор, пока я не найду тебя. Мне не удалось избавиться от преследователей так быстро, как я на это рассчитывал. Но мы с тобой знаем, это всего лишь вопрос времени. Будь осторожен и мудр, капитан Уильям Кит. Так, это ж все хорошо и прекрасно просто, но... Я на карте так и не вижу. Надо, видимо, выйти в море, что ли? Не пойму. Так, а если я увеличу Бостон? Если я увеличу фронтир. Ох, не знаю даже, что делать. Так, если с тобой еще раз поговорю. Что на этот раз? Поглядим. Ничего не выйдет. Хочешь меняться, неси больше. Ну ладно. Жадный старый пердун. Так, ну, я думаю, все-таки нам следует сесть на корабль. И немножко разведать. Так, а ты в что играешь? А, подожди, это карта какая-то? Так,
То есть сесть на корабль и разведать окрестные морские просторы. Видимо, там мы найдем. Так, маркер свой берем. Там мы найдем эти сокровища. Да что ты ставишься-то? Вот, но это мы сделаем уже, узнаем, вернее, в следующей серии. На этом серия закончена. Всем желаю всего доброго. Скоро увидимся. Пока.